В 20-30-х годах в районе ведется активная работа по развитию сельского хозяйства. Создали 83 колхоза, которые объединяли 12 тысяч середняцких хозяйств. Первыми председателями коллективных хозяйств стали Галимов, Тайчинов, Порфирьев, Салимгареев, Кашапов. Построен Биокинский мясомолочный совхоз, 18 коровников, 4 свинарника, 39 конюшен, овощехранилище. Для обслуживания коллективных хозяйств началась организация машино-технической станции. В дальнейшем были организованы Зельдаровская, Степная МТС. Первой трактористкой в районе стала Вафа Гениатулина из колхоза «Дружба». Газеттің тәуге редакторының батары коммунист Гарай Әхмәтгәрәев була. Колхоздар һәм совхоздарды үстерүдә, авыл эшсәндәренең сәяси тәрбиәләүендә газеттің роле зур әһәмиәткә ия. В области образования в районе функционировала школа крестьянской молодежи, где к началу 30-х годов было организовано 159 классов с охватом 7332 ученика. Директором школы был Филипп Андреев. На осень 1939 года в районе действовало 106 школ. Число учеников достигло 10435. Работало 326 учителей. Имелось два детских сада на 49 мест. Здание земской больницы открыто в 1905 году на 10 коек. В 1939 году заведующей больницей была Ускова Матрёна Михайловна. Население района обслуживало 5 фельдшерских, 3 акушерских пункта и 2 колхозных родильных дома.
была поставлена задача улучшения политико-просветительской работы, подъема культурной жизни трудящихся. В 1936 году закладывается парк в селе Киргизмяки, строится тир, пруд, оборудуется городок физической культуры. Работают 27 изб читален, 3 библиотеки, 1 районный дом культуры и 57 сельских и колхозных клубов. Стали известны республике имена наших земляков-писателей Тухвата Янаби, Гарифа Гумера. В эти годы начали работу кружки при клубах и самодеятельные театры. Бір хөзменен әйткенде районныбыт келесәккә нықлы адымдар менен атлай, ең хылғаным ішлей де матур итіп ялда итәбілі. Вәт, саптық дейхәндә саптық. Үсәр норма, 6-шар килынан да 18 кила итмәк бит. Әмінін түнді бойы сабырға да риза. Біләктәрімдә күз, йөрәгімдә дәрт артқандан арта. Эх, бізін шишме хуғарына итәме хұл. Бүгін 5 бидрә хауыз кән хұлдыр инді. Минің керек қияштан мұна янмай шұлдыз қай. Неме? Янғылыш, оқсус істің мәлі. Әйләндірі мінәні мен әлдің баштарығында, ә? Мә, менің салғымында сөпкен. Әмін, мен хейдеке білен саматырам. Қазір, түшке оға тұптайлар бұйт. Менде ел, ана, күріші бригады көп мүшілеген, әбізге рекорд көйіра керек. Эх, яратам салғы тауыштарын. Бісер сабан, бісер сабан, бісер сабан, бұлында. Бісер сабан, бісер сабан, бісер сабан, бұлында. Бәхлеуәндәй күсті ұлам салғы барда құлында. Бәхлеуәндәй күсті ұлам салғы барда құлында. Аллаға шүкір, иптәш президенті. Әй, ала бармандар, мұғайын өзәрі Раббаны Атина дұғағында білмейдәрдір әлі. Аллаға шүкір деген бұлалар. Бәдіне, Раббаны Атина, Мұлла қыды, Фатима, Күкей хатта, Май хатта, Халы сәйләп тігерді. Амин. Е, екі күнді біз әнді бітірі, ә? Дейін бойында бәйді яхайым. 15 тәкә ұям. Яшәһәр үҙе беҙҙең председателебеҙ Сәйдә апай. Шулай. Улымдағы йөҙәргемде исемдәре Сәйдәттәй. Үҙе баҡтай, үҙе әрләй, үҙе былай әйбәттәй. Ай-һай Сәйдәттәй, үҙе былай әйбәттәй. Ай-һай Сәйдәттәй, үҙе былай әйбәттәй. Thank you.
көндәребеҙ яҡты, тырыс, тормошобыҙ йәмле ине. Ләкин 1941 йылдың 22 июлендә фашистик Германия илебеҙгә ҡаршы һуғыш башланы. Мәйәкәләр араһынан илебеҙҙең тыныслығын яҡларға райондан фронтҡа 11,687 кеше китте. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Постарайтесь вернуться назад. Вы не прячьтесь, вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат. И себя не щадите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты, подлая, сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым наши девочки платятся белые. Раздарили сестрёнки сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счет.